На дворі кінець травня, а у Дніпрі вже справжнє літо. На вулиці все тепліше сяє сонечко, розквітають квіти. І все частіше хочеться поїхати на природу або на море. А це значить, вам пора задуматися про літню відпустку. Де і як мешканці Дніпра збираються провести свої літні канікули, дізнаємось прямо зараз. В Бердянск з'їжджу на вихідний, на пару днів точно вирвуся. Там далі будемо дивитися по обстановці. Мабуть, в Україні. На нашому морі, на Азовському. Кордони закриті, тому. Та в Дніпрі будете? Мабуть, так. Можливо, у нас немає після відпуску. Максимум на 3 дні ми поїдемо на море з дітьми. Можливо, куди-небудь за границю. В Чорногорію. Ми поїдемо на Катранку. Є таке чудесне місце у нас в Україні. Це за Одесу 200 кілометрів. Вот. Очень-очень красиво там. И? Чистое море. Там очень интересно детям, взрослым, дикая природа. Нету, да, инфраструктура там не развита совсем, потому что это такой совдеп еще, курорт немножко. Но люди двигаются в направлении развития этого региона. Наверное, летом у меня отпуска не будет, я так подозреваю. Может быть, осенью. А осенью тогда будет? А осенью очень бы хотелось в Турцию на Ликийскую тропу с рюкзаком. Но как получится, будут перелеты, значит, будут. Не будет, значит, не будет. Львов, Ужгород, Мукачево. Там красиво, природа. Вже задумувалась про літню відпустку? Де проведете? Нам зараз не дуже зручно. Давайте, це Європа, скоріше всього. Как неделю, может быть, немножко больше. А многие страны уже пускают туристов, и причем без тестов, то есть границы стали такие более доступные. Пожалуйста, мне некогда. Хотелось бы за границу, но по всей видимости сейчас сложности с этим, с переездом. Хотя многие сейчас уезжают, даже в мае еще ездили. Пока есть на Украине. Мы обычно уезжаем в августе, когда уже тепло, когда уже так более-менее все. Скорее всего, вот так будет, да. За границу. Я бы полетел бы в Турцию видеть. Мне там очень нравится. Я туда уже много раз летаю, и там очень красиво, и мне все рады там видеть. Там друзья, аниматоры, они знают, что я все время приезжаю, они встречаются, радостно видят меня. Все хорошо. Поэтому туда лечу.